Майе очень идет прическа, прям ваушная, только на нее смотрел. Ура, Майя показала свои волосы, они такие красивые. Майе так идет ее новая стрижка, она такая красавица. И всегда и была. О, Майю без парика нежданно видеть, она такая красивая. Именно такие комментарии пишут под новой серией сериала «Леди Дианы». Увидеть Майю без парика в новой серии было крайне нежданно. Почему она сняла парик? Либо потому, что в серии были водные стрелялки, и парик не хотели замочить. Либо теперь Майя будет все время сниматься без парика. По утрам вот так вот провела, и все. Но я склоняюсь ко второму варианту. Ведь Майя снимается без парика уже две серии. Так что все возможно. А также теперь многие ждут, что и Кнопа тоже снимет парик. Ждем, чтобы и Кнопа сняла парик. Она без парика лучше. Пишут в комментариях. Теперь о переезде. Мы все знаем, что семья Дианы уже давно планирует переезд в другую страну. И изначально Юнона озвучила, что это будет либо Америка, либо Арабские Эмираты. Но буквально недавно, отвечая на вопросы в комментариях, она так ответила на этот вопрос. Может, снова в Дубай? Нет, это не Дубай и это не Америка. Я не знаю, как мы так поменяли мнение, но нам там понравилось. Так что, ребята, это реальная интрига, куда же переедет семья и вся команда. Так как у всех ребят гражданство Украины, попасть можно и даже получить вид на жительство практически в любой самой крутой стране. А вы расскажете нам, куда вы хотели переехать? Мы расскажем все, отвечает Юнона. А вот так Юнона прокомментировала момент, когда же все переедут. Про переезд. Я не знаю, мы должны были переехать уже давным-давно, но у нас тут немножечко все затягивается, но я думаю, что все у нас получится, мы переедем, все задуманное мы осуществим в ближайшее время, вот. Так что все расскажем, ребят, не хочу говорить заранее, потому что, вы знаете, вот я только что-то говорю, ну вот, заранее, допустим, и я не знаю, это не получается, хотя вот оно должно было случиться, я не знаю, как это работает, но вот у меня так, вот. Только мы начнем собирать чемоданы, я вам сразу же все расскажу, или Диана, мы сразу вам все расскажем, вот, и вы все сразу же узнаете. Мы переезд планируем, и, кстати, скоро у Дианки день рождения, и у Даны день рождения, мы сейчас в таком, знаете, как называется, уже в предпраздничном, короче, настроении, мы уже выбираем подарки, думаем, что покупать Диане, вернее, мы уже Диане знаем, что покупать и дарить, думаем, что дарить Дане, короче, а вы пишите свои советики, может, что-нибудь вы еще напишите прикольное, и мы, короче, прислушаемся к вам, и что-то оригинальное еще сообразим для Дианы, благодаря вашим советам. По поводу подарка для Даны, у себя в Инстаграм она выложила такой пост. «Привет, ребята! Тут мне грустно, потому что Диана сказала, что мы не можем купить еще одну собачку. Моя мечта – это Карл Чарльз Спаниель. Но я все равно мечтаю и надеюсь, что родители подарят мне эту милую собачку. Так что вполне вероятно, что именно такой подарок ждет Дану. На этом все новости на сегодня. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока! А да, у нас в группе ВКонтакте вы можете видеть то, что на Ютубе я не публикую. Поэтому подписывайся на нас ВКонтакте». На этом все, всем пока!